просто отдохнем. Давай. Да я не танцую. Мы просто потопчемся. Не сотня. Я внимательно наблюдаю за этими пациентами. Это похоже на что-то серьезное. Да, алло. Слушаю. Гончаров, НИИ эпидемиологии. Вы прислали образцы крови в вашей больнице в Сапожковиче. Так посмотришь на тебя, вроде хороший человек, советский врач, ученый. А какая-то в тебе есть гнильца, червоточинка такая. Мы считаем, что проблема с ПИДом такая актуальна. Мы теперь сплетни печатаем? Да, печатаем, если это поможет привлечь внимание к опасности, которую преступно игнорируют. Я предлагаю сохранить эту информацию в тайне. Если мы будем отрицать вирус с летальностью в 100%, мы станем сообщниками в убийстве граждан. Что вы предлагаете? Найти источник заражения нулевого пациента, проследить его контакты, всю цепочку распространения вируса. Заболевших может быть больше. Будешь дальше мутить воду, я тебя уволю. И на что вы еще пойдете ради своего места? Ваши дети в безопасности. Люди все равно узнают. И тогда сюда не 10 человек придет, а 100. А теперь представьте, что если СПИД не только в листе, если он везде. Люди живут с часовой бомбой внутри, и никто этого не знает, и никто ни хрена по этому поводу не делает. Нельзя допустить паники. А народ у нас нервный. Отогнешься! Только толкни, потом не остановишь. Могли ошибиться раз, но десятки. У тебя сейчас выбор не между правдой или ложью. У тебя выбор между низкими жизнями и миллионом. Нулевой пациент. Как я потом детям этим буду в глаза смотреть? Родителям их как? С 19 мая.